Советник главы Каспийска Рамазан Халилов и оператор штаба поддержки семей военнослужащих, участвующих в СВО, член женского движения «Единой России» Мадина Тимирова посетили семьи погибших бойцов Тагира Гамидова и Исмаила Гаджи Махмудова. Представители штаба «Мы вместе» поинтересовались проблемами родителей, взяли их на контроль, а также подробно рассказали о работе своей организации. Стоит отметить, что по поручению главы Каспийска Бориса Гонцова уже почти год штаб осуществляет свою деятельность в городе. Здесь родственники могут получить социальную, материальную, психологическую и правовую помощь. Напомним, что для получения адресной помощи нужно заполнить анкету по адресу: город Каспийск, улица Советская, 4А, Центральная библиотека. Всю интересующую информацию можно получить по номеру, указанному на экране.